Навруз или Наврез-Байрам берет свои истоки с древнейших времен. Праздник не является исламским, религиозным. Это сложившаяся традиция. В день весеннего равноденствия тюркские народы встречают Новый год. В течение трех дней хозяева ждут гостей, накрывают богатые столы, собираются шумными компаниями и сами навещают родных. Крымско-татарские общества Севастополя также отметили свой праздник по всем традициям. В СТКИ устроили торжественный концерт, на котором представили национальные песни и танцы, а еще познакомили горожан с культурой празднования Навреза. Была традиция проращивать пшеницу. Сегодня она немного трансформировалась на современный лад. Почему-то гладят проросшую пшеницу и загадывают желание. Издревле вообще пшеницу проращивали и всем порционно давали ее кушать. Потому что пророщенная пшеница – это кладезь микроэлементов и витаминов. Он поднимал тонус и давал силы для будущих пассивных весенних работ. На празднике собрались представители разных национальностей, религиозных убеждений и вероисповеданий. Ведь основная цель Навреза – объединить севастопольцев и встретить Новый год, как того и требуют обычаи, весело и дружно. Мы, крымские татары, живущие в Севастополе, на протяжении 20 лет празднуем этот праздник на региональном уровне. В этот день мы собираем всех друзей, гостей, жителей города, приглашаем познакомиться с нашей культурой, с нашими традициями, с нашими творческими коллективами, отпраздновать так весело с танцами, песнями этот прекрасный день. В этот день принято подводить итоги года и строить планы на будущее. Александра Ковалева, Арсений Скомаровский, Александр Тарасенко. Новости X-TV.